Добро пожаловать на канал Hardware Setting. Перед нами находится телефон Tecno Spark Go 2022. И сейчас мы разберемся, как сбросить настройки приложений на данном устройстве. Итак, для этого мы переходим в настройки. Здесь выбираем раздел приложения. Управление приложениями. И потом выбираем настройки приложения. Здесь нажимаем три точки в правом верхнем углу и нажимаем сбросить настройки приложения. Нажимаем да, и на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!